В сладких яблоках всегда можно найти маленького хитрого червячка. Откуда же он появляется? Раньше мы думали, что червячков туда забрасывают всевозможные бабочки. Но, как оказалось, червячки это не с бабочками ничего не связывает. Это специальные яблочные червячки. Они находятся в стволах, клетках яблока. То есть черенки. Иногда в косточке. Когда дерево впитывает соки, то личинки этих маленьких червяков величиной несколько молекул передвигаются вместе с живительным соком дерева к листьям. Попадают в почки, которые потом превращаются в часть плода яблока. А там появляются маленькие червяки. Но самое интересное, что если много червяков, то они друг друга пожирают. И остается лишь один, который главенствует в яблоке. Заметьте, когда вы едите яблоко, кроме одного червячка, других вы уже не видите. Поэтому он просто их уничтожает. Вот такое интересное у нас.